что пожелание родителей ребенка будет учителем государственного, еще один народ французский, русский и английский. Мы ни в коей мере не против того, чтобы дети Молдовы знали, как можно больше слов. Они знают, как это было богаче, чем все знают, но русский язык, на котором говорит 40% населения, ни одну сотню лет на наш взгляд должен оставаться обязательно. Не может нас не успокоить и не преподавание русского языка в молдавской школе, как и недостаток учителей, и опять же уровень преподавания молдавской для русской школы. Мы всецело за то, чтобы русские, украинцы, болгарские и других национальностей, назвали меньшинств, прекрасно говорили в писанном языке Молдовы. Мы же вынуждены наблюдать, что как много это было, у нас почему-то предъявилось для языка. Я думаю, что это не надо наиболее крупные общины провинции Руси и Галузы, Болгарии, Белоруссии, обратились к письменным предложениям о причинах русского языка. Что же думается? Уважаемые представители парламента, это наша самовстреча. Предложение, к сожалению, не приняты в парламенте. Почему? Задаем вопрос, почему? Учитывая это обстоятельство, мы обеспокоены, конечно, другой 263, говорят, что сейчас это меньше стало 6 лет. Мы считаем, что эти вопросы связаны с организацией школ, как это и предусмотрено законом о национальных меньшинствах, принимались здесь только после того, после глубокого анализа ситуации по индивидуальным пунктам, после консультации с местными национальными меньшинствами. Мы просили это предложение для какого-то сотрудничества в этом очень непростом вопросе. Русские веками живут в Молдове. Не случайно газета «Русское слово» открывается словами молдавского из XVI века Григория Улеги, живут русские с Молдовой. И наша общественная организация делает все, чтобы так было сегодня, завтра и всегда. Нам очень серьезную поддержку оказывает организация российских соотечественников, посольство Российской Федерации, Новороссийский центр науки и культуры, я рада, что здесь есть представитель нашего российского центра Республики. Спасибо большое. Реализуя соответствующую программу России по поддержке соотечественников, двусторонние соглашения России и Молдовы. И конструктивно считаю необходимо предложить, чтобы в разработке двусторонних соглашений, включающихся с Республикой Молдовы и нашими соседними группами, обязательно предоставить они разлагают почему много могут сказать. Кстати, я хочу реальность русское слово. В зале присутствует карта газеты нашей Татьяны Борисова. Сегодня ей вечер сегодня 55. Спасибо, Татьяна. Я всем тем, кто любит русский язык. Ваша Татьяна. Да, вполне лучше сказано. Позвольте ваше внимание на естественную ассимиляцию. Мы не так часто обращаемся, мы когда-то обсуждаем, мы обязательно туда заглядываем. Вот так пишется и сказано, что права представителей национальных меньшинств на сохранение средств мобильности могут полностью только тогда, в том случае, если они получают больше знания родного языка во время образовательного процесса. Что же время представителей национальных меньшинств ответственные, я так подчеркиваю, за интегрирование общество с этим государством посредством для объединения достаточно знаний государственной академии, которая об этом говорила. Хочу отметить, что в этом плане у нашей общины не работает отдельно. Члены общины будет много присутствия с нашими активистами, члены Пенсионного совета. Но я понимаю, я даю себе отчет, что как и вы русской общины, что далеко не все нами сделали. Тоже не исполнилось, я хочу сказать, что изменения никогда не произошли. Сегодня в наших аудиториях часто приходит и на молдавский язык. Это я лично сама даже пример понемножку поднимаю, и многие другие. Сегодня практически каждый русский человек понимает, что для того, чтобы чувствовать себя и понимать, как это отчетный проход, если нет образования, гражданин подавляется, знание нужно, мы это понимаем, конечно. И в этом плане у меня сегодня побежали сила, это длинный момент,
Своей задачей это меньше пытаюсь видеть реализацию комплекса, не чтобы помочь нашему общему дому Республики Молдова, как никогда в это очень непростое и сложное время. И вместе с этим рассмотрите на разные национальности, проживающие в этой святой семье, в этом институте, в этом одобрении государства Молдова, развитие истинно молдавской культурных традиций и мировых ценностей, чем у нас называют, кстати, парламенты. Я считаю, что национальный политический народ следующий. 22 августа, когда он возлагает земли к памятнику Штефана Чернаева, я сказала журналистам о том, что возлагает земли подножие памятника этому великому человеку, господарю земли молдавской, отдавая ему уважение ему за то, что он стоял вископах, и, собственно говоря, он родил нашему Богу, он создал молдавскую государство, нам нужно всем, и политикам, и парламентариям, и руководителям государства делать все, что нужно, еще повторяю, чтобы Молдова была и состоялась, и государство чтобы много условий. Наш новый проект, кстати, знает, который был построен много лет тому назад работниками рабочими для строительных местных построек. Там работали среди разных национальностей. Но тогда это не так что было. Удивились во благо своей полковой. Именно хочу подчеркнуть, что национальные мужчины являются не какими-то посторонними кандидатами у нас в обществе, как это пытаются представить некоторые эксперты, а являются основной частью многонационального молдавского народа и единого исторически сложившегося организма. Не могу не воспользоваться этой трибуной, чтобы не взять еще о них вещать, это меня беспокоит. Вижу, что как раз госпожа Мунига, министр культуры подошла, я бы хотела больше сказать. В Молдове проходит очень много культурных мероприятий. И мы это видим, знаем, это будет хороший пример. Видим, что когда проходит температура поют, танцуют, это очень хорошо. Но, к сожалению, на главной площадке государственных концертов в нашем зале государственных очень редко и почти никогда не выступают представители национальности, проживающих в Республике Молдова. Это нас обижает. Я хочу сказать, что совсем недавно мне стало известно о том, что отлачены наши общины были с другой соотечественницей, получили гранты на международном конкурсе пианиста в Москве. Там присутствовали выдающиеся композитор, большой очень музыкальный деятель из Китая, он представляет, что он пригласил этот дуэт наши с Молдавией на гастроли в Китае, в Китае, в переходном зале. Они исполняли музыку мировой классики, произвели молдавских, потому что композитор переходный зал и пропускали наши команды. Считаю, что представители не только русскоязычных, русских людей, представители всех национальностей наших современных право быть представлены на площадке наших государственных концертов. Еще один момент. Мы попали подписать это что русского сбега. Но, к сожалению, за последние 10 лет только две книги, а не семьянина, я наши известные профессоры, 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 мы можем называться десятками людей, являющихся наших храмов, людей, иначе известно далеко за пределами нашей страны. Я думаю, что государство может организовать для этого. Я вручу вам интервью поддержки того, что с ними, именно в Бессарабии, где-то в нашей страны. И, наконец, последнее. Николай Иванович, я говорю, что вы делаете свой торговый бюро, о том, что нужно поддержки различных направлений. Но я хочу сейчас подчеркнуть о статусе мирового региона. Это та державная площадка, где вы можете сказать свои мысли, свое мнение по тем или иным вопросам. Мы не раз ставили этот вопрос, и в том числе и у вас, как вы еще раз считаем, мы можем подчеркнуть, что вы будете президента нашей страны подчеркнуть, что здесь на уровне, где присутствуют какие наши государства, они хотели поднимать статус более национальных отношений только с учреждением личных штатов и так далее. Но с учреждением не только, но я тоже надо сказать, что финансирование, повышение потенциала этой культурной организации и идти
бизнесе и деятельности, чтобы уровень проводимых ими мероприятий был значительно выше и мог служить дальнейшему укреплению национальных меньшинств молдавского общества. Спасибо за внимание. Я работаю в Украине, где жители могут прийти в другом населении, помимо Губа, Кубрич, Кипет, Алла, Кутилов, Кортонадор.